автобанная. Смотрите, что делается. Полянка. Смотрите. Ну, езжай, езжай. Смотрите. Это ужас, что. Дома открывают двери. Со всех участков, полностью с участков идет большой поток. Вода с гор, похоже. Трасса полностью в воде, почти по бортик, сантиметра два, наверное, нет, сантиметра полтора, наверное. Стены вроде сухие, но полностью в воде снизу. Ладно, она туда уходит еще. Если бы там не было прохода дальше туда, мы бы тоже просто тут, блин, уже утонули все. Еще весь фундамент другого собрана уже. Размывают который раз. С того года этот вопрос так и не решился. Вот просто, не знаю, льется фонтаном этот река. Все воняет говном. Вон все течет, все воняет говном. Просто. Там все затоплено, вот вообще вот плавает просто. Фундамент размывает. Все, трамваи точно не ходят. Нахрен, ё-моё, так там вон дом. Thank you.
Мы плывем. Что не собрались делать? Куда поехали? Воду сейчас отключат, сказали, да? Нет. Сейчас мама позвонила, воду не все выключают в микрорайоне. Понятно, нету, вот нету больше водозамеса. Нету? Ну, тут, что? Охереть! Толя, смотри. Больше нету водохранилища, говорят, водяну смыло. Мы на крыше. Тут вообще... Мы все тонем. Тут все утонуло. У нас в доме вода просто. Мы сюда на крышу еле забрались, но тут все смыло. Абсолютно все. Никто не едет сразу. Капец, конечно. Тут-то вообще
чуть-чуть. Здесь самое главное плохое место. Да. Нет. Сила Урала. Вот она.